Готовы ли вы вписать себя в историю? Команда молодая, все ребята амбициозные, которые хотят доказать себе, в первую очередь, и всем остальным, что мы можем, и достойны этого. И будем стремиться к самым высоким целям, на которые мы способны. Хотя премии ждет, все выписано, но у нас как-то вот сейчас к команде не стоит этот вопрос деньги. У нас стоит вопрос это защищать честь страны. Нечего сказать, это только с потом и кровью мы можем побеждать. Нужно играть свободно, только так можно выиграть. Грех не воспользоваться этим шансом. Россия! Россия! Мы никого не боимся. Нам все равно с кем играть. Думаю, в той команде, в которой сейчас мы находимся, можно сказать, команда победитель, не зазорно сидеть. Соскучился просто по игре, накопилось. Каждый внутри, наверное, думает и верит на то, что мы способны на большее. Заразился на всю команду, и поэтому результат, наверное, превыше личных амбиций. Мы особо так ничего не выиграли, чтобы нас расслаблял. Думаю, еще выиграем что-нибудь. Какие-то сильные команды хочется обыграть. Мы выиграем, и поверьте, это здорово. Сегодня ребята веселые, шутят, гораздо более раскрепощенные. Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех. Не сердитесь никогда, не ворчите никогда, и других развеселить старайтесь. Турнир короткий, поэтому что есть расслабляться, надо в каждой игре выиграть, чтобы как можно выше место забрать, поэтому так ребята настраиваются. Турнир длинный, и уже какую игру мы играем? Шестую, да? Очень тяжело играть, практически каждый день игра. Я считаю, что мы можем выиграть, и продолжаю считать, что мы можем выигрывать у любой команды здесь, на чемпионате. Россия победит, мы лучшие сестры. Тренер говорил, что бы ни случилось, вы должны играть до конца. То, что мы все и делали. Будь я тренером, я думаю, я бы тоже ничего бы не менял. Команда выигрывает, и игроки делают игру. Тренер только помогает. Ой, это, наверное, лучший вопрос главному тренеру. Делали как бы все по схеме, как просил тренер. Значит так. Ты пришел, передал, получил и отвалил в сторону. Понял? Будет хвост за тобой. Иногда, несмотря на какие-то комбинации, которые нарисовал тренер, если ты чувствуешь, что как бы, есть другое продолжение, и ты считаешь, что это более правильно, то ты решаешь. Прерывы очень важны, очень-очень важны. I love you, Russia. Правые плотно замкнули ряды, как пули в обойме, как карты в колоде. Король среди нас, мы горды. Мы шествуем бодро при нашем народе. Полейте лицами вниз, вниз, вам это право дано. Пред королем падайте низ,
заряженность на борьбу, на желание бороться в каждом эпизоде. Это самый лучший день в моей жизни. Я счастлив. Я еще раз повторю, что я горжусь, что играю с такими игроками, с чемпионом Европы, с таким тренером. Это лучшая команда за все время, которая была в сборной России. И я хочу поздравить всех болельщиков, кто за нас болел. С первой игры до последней. Все сегодня старались, я поддерживал, был готов к игре. Тренер дал шанс, я не мог его не использовать. Россия, это едет домой. Сейчас стали чемпионами, это непривычно. Это все время у нас в России как бы в середняках либо в аутсайдерах ходила. Сейчас я не знаю, это, сколько еще времени прошло, пока сейчас такой момент наступил, я буду им наслаждаться, я не знаю. Тяжело, понимаю, но вот так смотрю и понимаю больше. Ну скажи, что ехали сюда за золотом. Я хотел бы сказать, что эта медаль посвящается в первую очередь моим родителям, моим близким. Кто за нас болел, кто в нас верил. Мы нас мало... двойную ему сегодня. На этом чемпионате в нас мало кто верил. Но мы доказали, что мы команда. Неважно, играешь ты или сидишь на скамейке. Каждый человек внес свой вклад в эти победы. Я хочу еще вспомнить тех людей, которые не попали в сборную. Егор Вяльцев, Виталий Фридзон, Дмитрий Флист, Хвост, Васильев Юра, Федя Дмитриев, Федя Лихалитов. Все это часть команды, ребята, это тоже ваши медали. Guys, just one second. If you remember, before the game, before we won the European Championship, I thanked all you guys. And I thanked all the staff and all the people that contributed to this. And, you know, to me, that's a lot more important. Whether we won or not, it doesn't make it more special. Thank you all because of the way you were and the way you are and the things that you do and the things that you will do. So I have nothing more to say, but I thank you again.